Бизнесмены из Швеции высказали готовность сотрудничать с Краснодарским краем сразу в нескольких отраслях экономики. В свою очередь губернатор отметил, что для нашего региона особенно интересны идеи создания комфортной среды в городах, энергосбережения, развития промышленности. Кроме того, для края важен опыт шведских коллег в вопросах утилизации твердых бытовых отходов. У вас мировой опыт по утилизации мусора, а для Краснодарского края это проблема номер один. Около 16 миллионов отдыхающих за год приезжают сюда, и каждый оставляет после себя отходы жизнедеятельности, как мы говорим, и они огромны. И, конечно, сегодня можно наш красивейший край превращать в свалки, в мусорки, но от этого явно не выиграет наше последующее поколение. Поэтому здесь вопросы, связанные с управлением отходами, ну, для меня это одна из важнейших тем сегодня в задачах региона. В Швеции 99% мусора населения используется или вторичным сырьем, или для энергетики. И только 1% попадает на свалку. У нас есть сегодня фирмы, которые занимаются, и они, конечно, создают свою маленькую часть этого успеха. Ну, конечно, это большая, ну, целая система сотрудничества между государствами, муниципалитетами и фирмами. Добавлю также, что Швеция – давний стратегический партнер Кубани. Только за 9 месяцев этого года товарооборот составил около 5,5 миллионов долларов.